Если вы нашли на странице ярмарки труда мастер-класс по интересам, к которому можно присоединиться, то рядом с мастер-классом есть кнопка «Зарегистрироваться» или «Присоединиться сейчас». Если вы видите кнопку «Присоединиться сейчас», то записываться на мастер-класс заранее не нужно. Когда время для мастер-класса подойдет, нажмите «Присоединиться сейчас», и вы сразу же будете направлены на мастер-класс. Если рядом с мастер-классом есть кнопка «Зарегистрироваться», это значит, что количество участников ограничено и необходимо заранее зарегистрироваться. Нажав на кнопку, вы будете перенаправлены на страницу регистрации. Введите ваше имя и адрес электронной почты, проверьте правильность ваших данных и нажмите кнопку «Подтверждение». Таким образом, вы зарегистрировались. После этого вы получите автоматическое уведомление на свой адрес электронной почты, где будет также содержаться информация, связанная с мастер-классом. Самое главное – это веб-ссылка, по которой можно присоединиться к мастер-классу в нужное время. Также ознакомьтесь с видеоинструкцией о том, как присоединиться к виртуальному мастер-классу с помощью компьютера или телефона. Если вы хотите встретиться на ярмарке труда с карьерным специалистом индивидуально, найдите подходящую тему, а рядом увидите календарь. Здесь указаны даты и времена, которые еще доступны на данный момент. Нажав на соответствующее время, вы должны ввести свое имя, адрес электронной почты, номер телефона и дать свое согласие на обработку ваших данных в среде бронирования. После подтверждения бронирования на ваш адрес электронной почты будет отправлено автоматическое уведомление. Там вы сможете увидеть всю необходимую информацию, связанную с бронированием, а также имя и контактные данные специалиста. Если вы хотите изменить или отменить время бронирования, вы можете сделать это, нажав на любую ссылку.